пошла по стопам нетрепко. Бородина угодила в громкий скандал. Ведущая «Дома-2» опустилась до уровня, покинувшей Россию оперной дивы. Анна Нетребко за последние несколько месяцев не раз привлекала к своей персоне нежелательное внимание из-за сомнительного поведения. И дело даже не в том, что на фоне проводимой на Украине специальной военной операции артистка отвернулась от государства ради рабочих предложений за границей. На днях она позволила себе оскорбить своих соотечественников. Сорвалась оперная дива, будучи в нетрезвом состоянии, однако новость тут же разлетелась по разным изданиям. Теперь же и Бородина больше не считает нужным сдерживаться. Идя по стопам Нетребко, ведущая скандальной телепередачи «Дом-2» в личном блоге в Инстаграм обратилась к подписчикам и назвала их завистливыми крысами. Обращалась звезда преимущественно к тем, кто обычно критикует ее внешность. По мнению Ксении, в свои 39 лет она выглядит просто прекрасно. Впрочем, далеко не все согласны с утверждением Бородиной. После того, как по сети разошлось честное фото знаменитости, многие стали обвинять ее в злоупотреблении фотошопом и фильтров. Якобы Ксения делает все для того, чтобы никто не узнал, как она выглядит на самом деле. Вот на разделяющих это мнение людей Бородина и сорвалась в самой некрасивой манере, не забыв покрыть их отборной руганью и продемонстрировать на камеру неприличный жест. Всем неравнодушным Ксения посоветовала позаботиться о своей внешности, например, сходить в спортивный зал и тем самым с пользой отвлечься от сплетен. Менять что-то в себе Бородина не намерена, но и необоснованную критику терпеть не собирается. К слову, Анна Нетребко уже успела оправдаться за свой срыв. Оперная дива заявила на камеру, что ни в коем случае не хотела обидеть преданных фанатов. Остается только гадать, станет ли извиняться спустя сутки Бородина, которая, будучи на отдыхе вместе с детьми, тоже могла выпить лишнего.